Поехали. Приветствую сердечно. Приветствую сердечно. Здравствуйте, здравствуйте, любимый, обожаемый, уважаемый доктор Хасай Айболит. Здравствуйте. Болит, ай болит, ай болит. Слушайте, что я хотел вам сказать. Во-первых, у нас по традиции школы нашей «Человек будущего Homo Futurus», вы представьте, чтобы те, кто вас не знает, чтобы узнали. Меня зовут Ольга Высоцкая. У меня есть второй псевдоним Кира Мизураси. Под этим псевдонимом я пишу сказки, пишу картины, расписываю одежду. Я сейчас живу в Израиле, получил недавно гражданство. Четыре Молодец, месяца. поздравляю, поздравляю. Слушайте, Спасибо. я прислушался к вашему совету, Да. и на картине, значит, сейчас. Романтик влюбленный сузил ему личико, потому что вы говорили, что он слишком был полненький, а слишком полненькие человеческими проблемами не живут. Ну как это было сказано? Вот я здесь. Сытый. Я имела в виду сытый. Сытый. А теперь Да. я вот я немножко синий такой. Видно, что он немножко. Видно, видно. Он возмужал у вас. Он у вас стал не юноша, а молодой мужчина. Так может быть, юноша лучше был, нет? А опять-таки, это должен быть творческий путь. Он у вас отдохнет, посмотрит на вас, ваша картина, глазами молодого мужчины. Вы утром проснетесь или там на следующий день увидите о том, что надо еще изменить. Вот он влюбленный и весь в таких идеалах, и у него, значит, вокруг плавают ромашки такие, значит, ромашки, у нас сейчас идет период белой ромашки, цветка любви, и поэтому вокруг него, значит, эти ромашки, а у меня тоже кругом ромашки, а Я там. вижу, это символ жизни. Вы очень правильно нашли этот символ жизни. Это так здорово, это открытие. Даже Да. Божья коровка на. Божья коровка, да. Божья коровка. То есть я говорю, что вы, понимаете, вы мыслитель. Знающий, умный, мудрый мыслитель. И это так приятно, потому что, ну, вот сейчас, к сожалению... Ромашку еще одну. А на кого похож этот лик? Вы знаете, у вас все мужчины влюбленные. Да, ну вот на кого-то он очень, мне кажется, похож. Если ему, значит, улыбку убрать, то у него и волосы, и глаза светлые такие, и, ну, прическа такая. Вот на кого же он похож? Я не знаю, вот честное Пускай слово. все догадываются, на кого он похож, а усы я ему такие сделал, как вторая улыбка. Ну, у меня-то ассоциации совершенно свои. У меня ассоциации с Иисусом Христом. О, вот. Молодец. Об этом и речь. Да, ну вот видите, Оказывается, значит, не свои, а как бы общие, да. он не всегда был грустно тяжелым. Нет, он не был грустно тяжелым. Ну, Я надо здесь было главное все время экскурсии. как страдальца Божьего. А он был нормальный такой, веселый. Оказывается, я недавно смотрел видео, как раскрыли в Ватикане. Там секретный документ какой-то, что его, ну, рядом с ним жил человек, который его видел воочию. И он о нем рассказывает, и впервые, значит, обнаружилось, что он не такой был, весь такой постоянно несчастный. Это у нас его так любят рисовать. Ну, выгодно, во-первых, а потом он сын Божий, мы все дети Божии, и у нас есть и плюсы, и минусы. И пока ему не пришло открытие, мы его видим уже, нам показывают в тот момент, когда он уже, к нему пришли знания и открытия. А до этого же он был просто сыном Божьим, человеком обыкновенным. Да. То есть просто это скрывается от нас. Что он Да. такой же, как и мы. И у каждого человека в определенный период времени спускается с Вселенной что-то такое, когда мы начинаем осознавать и понимать. И Ну, он в 33 года, да, вот так вот он это осознал. может быть даже похоже на то, как в Древней Индии говорили пробуждение.
Да. Самадхи или еще что-то такое, озарение, когда до человека доходит что-то необыкновенное, что было закрыто. Кстати, у нас сегодня в 20 часов будет бесплатный ликбез очередной, Отлично. который посвящен, значит, тому, ну, во-первых, срочная помощь, как у нас, значит, по традиции нашей школы, сразу просим выйти человека, которому хуже всех, чтобы резко ему помочь, и чтобы все посмотрели, как это делается. Такой мастер-класс. Да, и затем там будет, я расскажу, при чем тут тарелки и просветление у Агаты Кристи. Тарелки летающие, вы имеете в виду? Нет, нет, Агата Кристи, когда творила свои детективы, она мыла тарелки. Знаете, разные версии. Есть еще одна версия, что она лежала в ванной и грызла яблоко. Вот. То есть она совершала некое повторяемое действие. Да, ну вода присутствовала при этом, в любом случае. Присутствовала, а я сегодня, когда умывался, то горячий, то холодный, то горячий, то холодный, у меня менялась точка зрения на процесс текущих мыслей, и потом произошло озарение. Позвоню-ка я вам, сделаем мы с вами видео, сделаем ликбез, бесплатный для всех. Тем более я вчера делал видео, чем отличаются наши бесплатные ликбезы от вебинаров платных. Я уже прослушала. Да, и все равно, несмотря на это, кто-то там написал, и хорошо Любовь Абакумова, почетный участник нашей школы, там дала совет. Потому что там кто-то написал, а как мне получить помощь, если у меня денег нет. Она ей дала совет, так вы будете на бесплатных ликбезах, кто вам мешает? Ну, Любовь Абакумова у вас мудрейшая просто. Да. Она молодец. Мудрейшая, да, я наблюдаю за ней и просто ей вот мой поклон. А насчет воды, мне когда надо тоже что-то разрешить, ситуацию, которую я не могу разрешить, я иду в душ. И вот когда на меня сверху падает вода, у меня бах-бах, все плохое уходит, и там Вот. вот на поверхности. Смена температур, ритмичная, теплая, холодная. Потом нажимание на точки, напряжение, расслабление, вот это. Ну, короче говоря, сегодня на ликбезе мы предложим любому человеку, у которого острый стресс, который не знает, куда деваться, сейчас таких много. И за Сейчас их 5 минут ты много, сейчас увидишь, как он все. поменяется, нормальное, хорошее настроение и даже сделает какие-то открытия. Да. Да, я благодаря вашему бесплатному ликбезу тогда, когда каталась на самокате, вошла в детство. Ну что вы, я спала так безмятежно, как в детстве, потому что я была просто о-о-о, на облаке. К сожалению, это временное явление, потом опять погружаешься в пучину всех событий, которые вокруг происходят. От них отгородиться, к сожалению, никак нельзя. А Как здесь, бы я пыталась там, это дохлый номер. мы на платных вебинарах как раз-таки более детально это прорабатываем. Потом запись получает человек лично для себя и может смотреть этот вебинар сколько раз, сколько ему нужно, обращать внимание на то, на что сразу не обратил. Тем и отличаются бесплатные ликбезы от платных вебинаров, что бесплатный ликбез он выставляется для всеобщего обозрения. Платный вебинар не выставляется, чтобы никто не знал этих лиц, его вопросов и так далее. Может быть, у него какие-то тайны. Но я просто рассказываю, чем они отличаются, разные грани, что отличия там есть. Потому что, ну, кто-то говорит, зачем мне платный вебинар, если я все могу взять на бесплатном ликбезе. Вот, Человек недорос еще, чуть-чуть недорос. Но мы же пока живем, все время растем. Вот мне в 70 лет, а я расту с такой скоростью. Да. Ой, спасибо вам огромное. Вы уже своим Спасибо вам. терпением, своей красотой и мудростью уже подняли мне, как мужчине, настроение. Потому... Нет, Да, нет. знаете почему? Потому что вы еще, во-первых, одного романтика мне похудили, условно говоря, Да. можно так выразиться. А в другом увидели Христа. Спасибо вам большое. И вам огромное спасибо, доктор Хасай. Вы творите такие чудеса волшебства благодаря вашим знаниям и благодаря тому, что вы
искренне хотите помочь людям. Вот Понимаете? именно в этом все дело. Да. И вот такое получается огромное вселенское чудо. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Вам спасибо. А я еще буду с сыном своим разговаривать. Вы знаете Алена нашего. Да, ему огромный привет от меня. Я тоже все смотрю ролики. Да. И потом мы Шейлу с Греткой, тоже психолог. Да, я знаю. Огромный, у вас прекрасная семья. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Вы Спасибо. знаете, как многим сейчас помогло то, что мы с вами разговаривали. Вот они будут просматривать нашу встречу и будут вам благодарны. Ой, дай бог. Вот дай бог, потому что это сейчас очень нужно. Все очень беспокоены. Да, Это всем мягко сказано. Это нужна мягко поддержка. сказано. Спасибо, до вечера. Спасибо вам огромное. До вечера, да.